прошлом году я хотел участвовать в конкурсе и написал рассказ, собственно, не поэт, с которым я участвовал в этом, потому что что-то не срослось, не было настроения, и я, в общем, не подал заявку. И получилось, что вот год этот рассказ отлеживался, никуда я его не публиковал, не посылал, он просто ждал своего часа. И оказалось, что вот этот час настал, и рассказ выстрелил. Рассказ очень небольшой, он всего 3 страницы. Называется «Не поэт». Но в этих 3 страницах я постарался вложить идею о вечном пути и вечном возвращении, и о том, что молодость никогда не поймет зрелость, а зрелость никогда не поймет молодость, потому что каждый смотрит со своей колокольни. Но на достигнутом писатель не останавливается. Уже сегодня он принимает участие в международном фестивале «Берега дружбы», который состоится в Таганроге. Он объединит авторов-переводчиков из России, Белоруссии и Украины. На проекте конкурсанты представят свои литературные адаптации белорусских поэтов. Это новая веха в творчестве писателя Сергея Левина. Но он надеется, что участие в событии принесет не только положительный опыт, но и победу.